Ну и к другим темам. Котировки нефти сегодня опускались ниже психологически важной отметки. Смесь марки Brent стоила дешевле $50 за баррель. Это самая низкая цена с мая 2009 года. Впрочем, закрепиться на этом уровне у нефти еще не получилось. Вскоре потеря частично удалось отыграть. Сейчас торги проводятся на несколько центов выше $50 отметки. Я напомню, что накануне черное золото также стремительно дешевело, потеряв по итогам дня более 3%, а с начала года снижение уже превысило 10%.